Первая книга Паральпоменон, глава 14. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Саамус, Совав, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Ногах, Нафек, Иофе, и Елисама, Вее, Лиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов, и вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел им Бог, и поразил стан филистимлян от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.